12 июня Тверь отметила День России праздничными концертами, народными гуляниями и флешмобами. На площади Славы праздничным утром в рамках патриотической акции «Мое поколение Россия» собрались представители молодежных организаций и волонтеры. Для зрителей они исполнили несколько народных танцев, а также хор из 120 человек, акапелла исполнил гимн родной страны. Послушала и наш корреспондент Валерия Королева. В одно время в одном месте собрались представители сразу нескольких добровольческих и патриотических организаций. Школьники, студенты, танцоры и вокалисты, активисты «Единой России», а также волонтеры «Победы», движение школьников «Молодая гвардия». Участники акции показали не только свои организаторские способности, но и музыкальные таланты. Это важно, праздник такой большой, практически главный праздник в нашей стране. Я очень хотела принять участие в таком большом мероприятии. Я считаю, что участие в общественной жизни своего города – это очень важное занятие. Хочется как-то привлечь к общественно важным мероприятиям больше народа, больше молодежи. Участники акции станцевали традиционную «Калинку-малинку» и спели гимн России акапелла. Сводный хор собрал 120 вокалистов. Это яркое событие привлекло внимание жителей города, которые также, глядя на молодежь, присоединялись к флешмобу. Вместе с молодыми активистами участницей события стала и директор фонда Твери, лидер проекта «Мы вместе» Юлия Саранова. Настоящий праздник увидеть, когда ребята объединяются, да, для того, чтобы провести такой творческий музыкальный флешмоб к празднованию этого близкого каждому из нас празднику. Формат интересный, потому что нужно было объединить и танцевальные коллективы, и ребята из патриотических клубов. Это такой небольшой спектакль на улице, представление. Также в рамках флешмоба был развернут огромный триколор, который активисты пронесли по площади. 12 июня с Днем России жители Верхневолжья поздравил губернатор Игорь Руденя. Этот праздник объединяет нас общим чувством любви к родному дому, нашей великой России. Мы гордимся тысячелетней историей отчизны, богатством ее культуры и традиций. И сегодня Россия – это все мы, это одна большая семья. Все мы работаем ради процветания нашей Родины. Говорится в поздравлении главы региона.